Так, приветствую зрителей своего канала, находитесь на синхронизации моей жизни. В общем, получается такой вот самокат. Такой вот, я вам так его покажу. Со светящимися колесами. Как всегда, самое слабое место это у нас получается руль. Да. И вот. Ну, ушли чиниться, но гаражом. Да, будем чинить. Сейчас вот смотрите, в общем. Вот тут я уже просверлил отверстие, это вторая часть будет. Я еще первую выпущу, как я делал. Вот видите? Так. Да. Вот так вот. А сейчас. Я буду делать другую деталь. Так, в общем, смотрите, вставил я полностью насквозь, просверлил. Вот, ну здесь шайба будет. Все мы это дело четко сделаем. Единственное, что надо. Сейчас я просверлю здесь отверстие. И надо самое главное, чтобы руль был ровно. То есть вот тут вот есть такой паз. Вот на вид за 1000, не знаю, что он будет. Так, ну все, в общем, сейчас сверлю вот здесь вот. Получается отверстие. И сквозное вот здесь. И самое главное выровнять руль, чтобы ровные были. Смотри. Так вот, просверлил получается. Единственное, смотрите, тут немножко. Она изначально от первого отверстия ушла в сторону, но здесь я еще сквозную не делал. Вот. Сделаю, получается, немножко, когда буду закручивать, стягивать, то вот эту вот посередине ее немножко сюда, чтобы самокат в сторону не клонило. А так в целом нормально. Можно вот эти внутри еще будет побольше рассверлить, и тогда получается руль станет четко на место. Так, ну все, сверлим тогда с той стороны. Так, смотрите, сейчас четко все просверлилось. Вот. И здесь посередине все. То есть сейчас опускаю его чуть пониже и еще просверлю отверстие. То есть получается вот это вот третье, чтобы было. Так, аккумулятор почти сел. Смотрите, пробило так вот гвоздем. Сейчас вытащу его. В руле такие вот отверстия. Вот то большое оно изначально было. Вся такая хлипкая конструкция, конечно. Вот для детей сделано так. Сейчас вытащу гвоздь и досверлю. Так, вот так, в общем, получилось. Вот. Сейчас пока заряжается аккумулятор. Надо дрель, в общем. Потому что шуруповер со слабым аккумулятором. Да и мощности такой особо нету. Я не знаю, какая мощность даже у шуруповерта. Так, аккумулятор зарядился на шуруповерте. Сейчас продолжу доделывать. В общем, смотрите, здесь такое вот маленькое отверстие просверлил. Я думаю, даже вставить небольшой такой нашел вот я шурупчик. Он, конечно, длинноват, но говорю, что ничего у меня здесь нет. У меня ни шурупчиков, никакого ни инструмента. Делаю из того, что есть. Поэтому, кто будет смотреть ролик, допустим, и хотите сами делать, то понятно, что уже можете сами додумать, что взять гораздо короче болтики и все сделать. Ну, в общем, вот такое я сделаю. Здесь я постараюсь, скорее всего, изогну, наверное. Никуда этот руль уже не уйдет. Вот так в целом вот. То есть два самоката. Вот смотрим. Так. Вот два самоката. Одной высоты. Здесь я сделал вот так вот. Понятно, что выглядит оно очень топорно, даже очень слишком, но зато надежно, потому что новый самокат был ранее поломан примерно за 2 недели максимум, даже скорее всего дней за 10, если именно считать, если кататься каждый день, то дней за 10. Вот. Сейчас видите, все четко.
Хотел на третий сделать, но нету ни шурупчиков, ни винтиков. Магазина такого тоже в данный момент поблизости нету, чтобы сходить приобрести. Поэтому важен самое главное, что настроено все на результат. Результат у нас будет. Так, сейчас я вот этот вот закреплю и буду, скорее всего, просверливать тогда вот это вот отверстие. Так, ну вот, видим, да? Просверлил отверстие. Даже к этому болтику я шурупчик не могу найти. Сейчас с вами будем искать. Сразу вам покажу, чтобы четко вы видели, как говорится, чтобы верили, откуда я вообще эти шурупчики беру и где их, скажем, нахожу, да? В такой коробочке. Что мы видим? Что мы можем здесь? Из каких шурупчиков сделать? Вот я еще вот такой вот нашел. Но этот уже гораздо больше, и надо к нему сверло другое покупать. А вот именно тут вот, что здесь можно найти? Хотя бы вот эту вот маленькую гаечку бы, да, на тот. Там уж ладно, и загнуть можно в случае чего. Что мы тут можем найти? Вот я вижу, что ничего. Все, что можно было найти, я уже здесь все нашел. Остальное здесь ничего тут такого нету. Так. Вот она. Это слишком маленькая, она не подойдет. Так, ну и все, больше тут ничего такого нету. Так, есть еще вот такая вот шкатулочка. Эти шкатулочка. Антиквариат, наверное. Так, что мы можем здесь найти? Вот на такой, да? Ничего. Ничего здесь не найти. Синяя изолента вот только. Юрий бы сейчас бы сказал бы, надо на синюю изоленту приматывать. На синюю изоленту, по крайней мере, реально примотать. Вот видите, какую штучку нашел с резьбой. Сейчас, может быть, на ее сделаю, в масле ее отмочу. Хотя навряд ли, наверное, получится. Ничего, в общем, здесь нет. Вот я абсолютно ничего здесь не нахожу. Так, ранее еще вот такой вот нашел, уж слишком длинноватым. Гайка ржавая. Ее в этот, в оружейное масло. Есть тут такое, бутылочка такая небольшая. Замочил ее там. Она так вот выглядит. Вот такое, в общем, густое. Подобие машинного масла для швейных машин. Так, и сейчас все это дело буду затягивать таким вот ключом. Другого нет. Так, и с помощью плоскогубцев сейчас сделаю. В общем, этот я убираю, хотя сейчас, в принципе, я его тогда изогну. Ну все, вот этот я изогнул, потому что мы так с вами не нашли гаечки. Вот, сделано такой. То есть два этих буду держать четко. Единственное, что вот этот торчит плохо, что ногой можно его будет на него наткнуться. Поэтому я сейчас раскручу его и переверну в другую сторону. Пусть он спереди торчит, а там на него даже можно будет катафоту сделать в случае чего. Так, ну и этот. Потом сделаю обзоры самокатов, если кому интересно. Могу у каждого по отдельности, могу вместе все. Все переделал, видите, чтобы ребенок не наткнулся. Тут в случае можно катафоту или фонарь он какой-то хочет сделать. Вот так вот, в общем, получилось у нас. Подписываемся на канал, пишем комментарии.
Вы находитесь на синхронизации моей жизни. Сильно затянул, что даже металл тут изогнулся. Но зато все четко. Не вывалится. Как он сказал тут, что здесь руль нельзя выдернуть и вытащить. Силой его вытаскивал. Он, видно, так их и сломал. Три руля у троих самокатов. Все. Всем до новых встреч. Такой вот обзорчик.